Я напомню, на чем остановились на прошлой лекции. Значит, мы доказали два утверждения. Значит, первое утверждение было таким, что если f задано на рациональных точках в отрезке AB, удовлетворяет неравенству f от x минус f от y не превосходит c на x минус y для всех x, y из отрезка AB, рациональных точек из отрезка AB, то существует единственная функция f с волной, непрерывная на отрезке AB, и такая, что f с волной совпадает с f на рациональных точках этого отрезка. Значит, вот такое утверждение о возможности продолжить функцию с рациональных точек на все действительные числа из этого отрезка. И второе утверждение, которым мы закончили прошлую лекцию, это что для всякого n натурального существует такое число c от n, что a в степени x минус a в степени y по модулю не превосходит c от n на x минус y для всяких x и y из рациональных чисел, пересеченных с отрезком минус n, n. Значит, я напомню, что a больше единицы, и мы с вами пытаемся построить функцию a в степени x. Значит, построение у нас устроено так. Мы вспомнили, что в школе Марья Ивановна объясняла, как определено a в степени x для рациональных. Мы чуть-чуть доделали это определение, а именно строго доказали, что можно возводить в рациональную степень. Да, мы построили функции, обратные к степенным, да, как для четных, так и для нечетных степеней. И затем принялись как-то определять функцию а в степени x в остальных точках. Ну и чтобы это не было неким кустарным действием, специфическим только для а в степени x, а вы осознали, что ну, есть просто некое общее наблюдение, позволяющее продолжать функцию с плотного множества на все числа, то вот два утверждения. Значит, первое из них, оно вообще к а в степени x не имеет отношения. Да? Вот если функция такая, то ее можно продолжить. Это продолжение единственно. Продолжить до непрерывной функции. А второе утверждение уже специфическое для а в степени x. И оно говорит, что на всяком отрезке а в степени x удовлетворяет условию первого утверждения. Понятно? Вот. Ну и теперь мы, так сказать, сложим 2 плюс 2 и получим то, что сможет. Так, значит, воспользуемся этими двумя утверждениями и построим а в степени x. Утверждение 3. Значит, такое. Для всякого а большего единицы существует непрерывная функция f от x, значит, существует непрерывная функция на r f от x такая, что f от x равно a в степени x при x, принадлежащей рациональным числам. Значит, существует непрерывная функция, совпадающая с a в степени x на рациональных числах.
Значит, ну, доказательство совершенно простое. Делаем следующую. Да. Ну да, но так получилось, что у нас с вами функция на всей числовой прямой, а совпадает с А в степени х она только что на рациональных точках. Почему? Потому что к этому моменту мы с вами знаем А в степени х. Кстати, я здесь пишу. Знаем, что такое А в степени х только для х рациональных. Понятно, да? А цель наша что? Получить для любых. Но вот это утверждение, оно как раз и говорит, что найдется функция, которая с одной стороны совпадет с нашей на рациональных, а с другой стороны будет что? Непрерывной функцией, определенной для всех иксов. Понятно? Значит, вот давайте это докажем. Ну, что мы можем сделать? Возьмем отрезок от минус n до n. По утверждению 2 существует функция fn, такая, что fn от x, существует единственная функция fn, fn от x непрерывно на отрезке от минус n до n, и fn от x равно а в степени x при x, принадлежащим рациональным числам из этого отрезка. Обратите внимание, я специально не стираю второе утверждение, чтобы вы увидели, что я его просто переписал в этом конкретном случае. Существует единственная функция fn от x, такая, что на этом отрезке, на рациональных числах, она совпадает с а в степени x и является непрерывной. Теперь, какая могла бы случиться беда? Могло бы оказаться, что на разных отрезках я буду получать разные функции. Понятно? То есть они будут разные не только на кусочках, на которых эти отрезки отличаются друг от друга, а они будут разными даже на общей части. Вот какое утверждение здесь блокирует такую ситуацию? Мы здесь доказываем не просто, что существует, ну не в этом утверждении, а значит, по утверждению 2 и 1. Давайте, и утверждению 1. Утверждение 1. Значит, что там блокирует это дело? То, что единственная такая функция существует. Значит, давайте вот единственностью воспользуемся и поймем, что эти функции действительно они согласуются на общих кусочках. Да. Да. Это для каждого n так можно сделать. Но теперь смотрим. Значит, пусть у нас n меньше m. Тогда на отрезке от минус n до n получилась функция fn. На отрезке от минус m до m получилась функция fm. Правда? Теперь этот отрезок лежит внутри этого. И мы бы хотели, чтобы получилось так, fn равно fm на маленьком отрезке от минус n до n. Вот теперь давайте поймем, почему так произошло. Смотрим, вот fm, она на этом отрезке непрерывна. Ну, значит, она непрерывна и где? Здесь. Она на этом отрезке совпадает с а в степени x. Значит, она с а в степени х совпадает где? И здесь. Но единственная функция, которая непрерывна здесь и совпадает с а в степени х, это что? Fn. Поэтому на вот этом отрезке, да, на их общем отрезке, они совпадают. Поднимите руку, кто это понял. Значит, ну давайте здесь прокомментируем. Из-за единственности. Единственности. На общем отрезке они будут совпадать из-за единственности. Ну и все, тем самым у меня появилась общая функция. Значит, итак, искомая функция. F от x равно fn от x при x, принадлежащем от минус n до n.
И это определение теперь, оно корректное. Вот если бы оказалось, что для разных n разные функции настроены, то x же может принадлежать и принадлежит сразу многим отрезкам. И получилось бы, что мы не знали, чем бы определить f от x. А теперь это согласованное определение. Неважно, какое n вы возьмете. Главное, чтобы x лежал в этом отрезке. Понятно, да? Это значение не зависит от выбора функции. Поскольку на общем отрезке эти все функции совпадают. Вот. Почему эта функция будет непрерывной? Ну, потому что она на каждом из этих отрезков непрерывная. Так? Fn же непрерывная. Почему эта функция будет совпадать с a в степени x на всех рациональных числах? Потому что на каждом из этих отрезков она совпадает с a в степени x. Так, ну вот теперь после этого утверждения мы можем объявить, что мы построили a в степени x. Значит, пусть a в степени x это f от x уже для всех x, принадлежащих r. Но этого мало. Мы-то хотели не просто какую-то функцию придумать непрерывную, которая бы совпадала с a в степени x на рациональных числах. А нам хочется, чтобы это было действительно a в степени x с теми свойствами, которые мы привыкли, да, видеть у этой функции. То есть теперь надо бы проверить, что a в степени x плюс y это a в степени x умножить на a в степени y. Это первое, что надо проверить. Второе важное наблюдение. Значит, a в степени x строго возрастает. Значит, возрастает и больше нуля. Вот хотя бы это надо проверить. Значит, ну давайте проверим. Значит, что у нас будет? Будут ли выполнены эти свойства или нет? Но первое из них совершенно тривиально проверяется. Возьмем произвольный x и y. Пусть x и y принадлежат r. Что мы можем сделать? Каждый из них можно что? Приблизить рациональными. Возьмем последовательность rn, которая сходится к x, sn, которая сходится к y, и пусть rn и sn принадлежат рациональным числам. Тогда по непрерывности a в степени rn сходится к a в степени x, a в степени sn сходится к a в степени y, а для рациональных чисел мы знаем это свойство, что вот a в степени rn плюс sn это произведение a в степени sn и a в степени rn. Значит, что у нас получается? A в степени rn умножить на a в степени sn. Это a в степени rn плюс sn. Это стремится к a в степени x плюс y. А это стремится к a в степени y, это стремится к a в степени x. И по арифметике пределов, вот это просто арифметика пределов, получаем верное равенство. Так можно не только это перенести, и другие свойства. Значит, давайте теперь про монотонность выясним. Почему a в степени x строго возрастает? Но сначала кажется, что надо действовать ну, точно так же. Да? Значит, пусть у нас есть x и y. Давайте считать, что у нас... Ну, давайте я заново напишу. Да. Но потому что для рациональных чисел мы знали это свойство из школы еще. Там оно явно проверяется. Сначала для целых степеней, потом для рациональных, для корней. Там просто проверяется, так сказать, вот руками. Там половину 10 класса вы сидели и проверяли эти свойства. Ну или вам их сказали, что можно проверить.
А наша здесь цель уже не заниматься проверкой таких свойств, да, которые, ну, при желании каждый из вас легко должен проверить. А наше с вами дело перенести их уже на любые действительные числа. Вот. А вот этот момент, он просто следствие двух вещей. Первое, что мы построили непрерывную функцию, и второе, это арифметика пределов. Вот. Пусть теперь у нас есть x, y, x меньше y. Значит, пусть x меньше y. Но будем действовать так же. Возьмем rn, который сходится к x, sn, который сходится к y. Причем мы же сами выбираем с вами последовательности. Так? Какие хотим, такие возьмем. Поэтому давайте будем выбирать rn так, чтобы оно сходилось к x слева, а sn так, чтобы оно сходилось к y справа. Можно же так сделать? Так? Тогда будет что выполнено обязательно? Ну, rn будет меньше, чем sn, значит, a в степени rn будет меньше а в степени sn. Ну и вроде все окей, переходим к пределу. Здесь а в степени x меньше а в степени y. Ну все, вроде доказал строгую монотонность. Понимаете, да? Так дешево не отделаться. Переход в неравенствах предел, он строгий. Превращает опять во что? В нестрогие неравенства. Поэтому, видите, я здесь специально расстояние оставил. Чтобы доказать, что строго, нам надо отделить эти две последовательности друг от друга. Ну хорошо, давайте здесь возьмем два числа. X не равно Y, между ними есть точно два рациональных числа каких-нибудь. Скажем, меньше, чем R и меньше... Меньше либо равно r, меньшего q, меньше либо равно y. Вот это два рациональных числа. Тогда rn и sn, они располагаются так. rn меньше либо равно r, меньшего q, меньше либо равно sn. Тогда здесь а в степени rn и sn. Опять же, почему? Потому что есть строгая монотонность на рациональных числах. Располагаются так, это меньше либо равно а в степени r, которое меньше а в степени q, меньше либо равно а в степени sn. Вот теперь переходим к пределу. Это стремится к а в степени y, это больше либо равно а в степени q, знак неравенства как был нестрогим, так и остался. Это меньше либо равно а в степени r. А вот между ними уже неравенство строгое. Там вообще к пределу никто не переходил. Да, R и Q не менялись. И вот у нас получилось с вами, что X строго меньше Y, значит, А в степени X строго меньше А в степени Y. Что же мы с вами получили? Мы получили непрерывную функцию, которая в нуле равна единичке. Да? Удовлетворяет вот этому свойству. Удовлетворяет свойству строгой монотонности. Является непрерывной. И еще к тому же, мы знаем, что принимает сколь угодно большие значения положительные и сколь угодно маленькие положительные значения. То есть подходит к нулю сколь угодно близко. Так? Значит, тогда что мы можем с вами сказать? Что область определения а в степени x – это r. Область значений а в степени x – это луч от нуля до плюс бесконечности. А в степени x возрастает строго и непрерывно. Значит, что по теореме об обратной функции существует
f минус 1, которая отображает луч от 0 до плюс бесконечности в r, непрерывно и возрастает. И возрастает. Вот эту функцию называем логарифмом по основанию а от y. Значит, итак, для а больше единицы мы с вами построили а в степени x и логарифм по основанию а от y. Но теорема обратной функции говорит, что если есть непрерывная возрастающая функция, да, на промежутке, у нас в данном случае вообще на всей числовой оси, то ее образ – это промежуток. Мы знаем, что это в данном случае будет промежуток от 0 до плюс бесконечности, потому что бывают сколь угодно большие положительные значения, сколь угодно маленькие, близкие к нулю значения, да, положительные. Значит, это весь промежуток от 0 до плюс бесконечности. А тогда что нам говорит теорема? Есть обратная функция, эта обратная функция строго монотонна и непрерывна. Ну, что мы здесь и написали. Вот. Ну, как определить а в степени x для а меньших единицы и больших нуля? Значит, при а меньших единицы и больших нуля, что такое а в степени x? Ну да, это 1 делить на а в степени минус x. Правильно? 1 делить на а будет уже больше единицы, а что такое число больше единицы в некоторой степени, мы уже знаем. Ну и аналогичным образом определяется логарифм. Так, логарифм по основанию а от x это будет что? Минус логарифм по основанию 1 делить на а. Ну давайте y, там y. Вот. Соответственно, у нас тут же появились функции, очевидно, непрерывные функции со всеми свойствами, к которым вы привыкли. Значит, и мы построили с вами а в степени x и логарифм по основанию а от x. Вот. Значит, ну, как можно, значит, попрактиковаться с этими функциями? Ну, например, давайте такие упражнения. Полезные и очень важные, кстати сказать. Доказать, что предел при x, стремящемся к нулю, e в степени x минус 1 делить на x, это 1. Это пункт А. Пункт Б. Доказать, что при x, стремящемся к нулю, логарифм 1 плюс x делить на x, это 1. То есть к тем двум замечательным пределам, которые мы с вами обсуждали, добавляем еще два, которые уже выглядят, ну, совершенно как синус x делить на x. Только не синус x делится на x, а e в степени x минус 1 и логарифм 1 плюс x. Теперь это легко выводится из второго замечательного предела. Потому что нам известно, что e в степени x является непрерывной функцией. Известно, что логарифм является непрерывной функцией. Ну, например, давайте я пункт Б прокомментирую кратко. Значит, мы с вами знаем, что предел при x, стремящемся к нулю, 1 плюс x в степени 1x, это e. Ну, что же знаем? Мы знаем, что это так, когда что? Если x заменить на 1 делить на t. Но мы умеем заменять переменные в пределе, у нас есть теорема о композиции. Вот. Значит, это комментарий, такое указание. Указание. Значит, а теперь из-за непрерывности, непрерывность логарифма, натуральный логарифм, это логарифм по основанию e. Сразу же следует, что предел по x, стремящемся к нулю, логарифма от левой части, это будет логарифм e, то есть единичка. Ну, если вы одну x вынесете, получите предел.
Вот чего раньше нам не хватало, это непрерывности логарифма. Теперь она есть. Ну и а пункт А выводится из пункта Б, ну простой заменой. Да, вы берете 1 плюс х заменяете на e в степени t и получаете вот этот предел. Вот очень рекомендую это проделать. Мы в каком-то виде, конечно, к этому еще вернемся, но так сказать, вот это хорошее упражнение. Теперь, значит, мы с вами построили функцию, это самая муторная часть, когда надо построить а в степени х логарифм. Значит, но теперь переходим к другой немножко теме, тоже касающейся непрерывности, а именно к понятию равномерной непрерывности. Равномерная непрерывность и равномерная сходимость. Значит, равномерная непрерывность и равномерная сходимость. Определение. Функция f из d в r равномерно непрерывно на множестве d, если для всякого эпсилон большего нуля найдется дельта больше нуля, такое что для любых x и y из d, из того, что x минус y меньше дельта, следует f от x минус f от y меньше эпсилон. Значит, для того, чтобы почувствовать, что нового в этом определении по отношению к известному вам определению непрерывности, давайте напишем, а что такое функция просто непрерывная на множестве d. Значит, для сравнения, функция f непрерывна на d. Это что мы знаем по определению? Это что означает? Непрерывно в каждой его точке. То есть для всякого x из d f непрерывно в точке x. А как это записать теперь на языке эпсилон дельта? А это то же самое, что для всякого x из d и для всякого эпсилон большего нуля найдется дельта больше нуля, что для всякого y из множества d, как только x минус y меньше дельта, то f от x минус f от y меньше эпсилон. Вот давайте попробуем сравнить эти две записи и понять, чем они отличаются. Ну, очень видно, да, чем отличаются. Там для любого x стоит где? За дельта, правильно? А здесь для любого x стоит впереди. И вот смотрите, как происходит. Вот в том определении, где равномерная непрерывность, по данному вам эпсилон вы строите дельта такое, что нечто выполняется для всех x, y. То есть это дельта, оно зависит только от чего? От эпсилон, и больше ни от чего. А вот здесь дело сложнее устроено. Здесь для каждого x, для каждого эпсилон найдется дельта. Значит, эта дельта зависит и от x, и от эпсилон. Понятно, да? И вообще для разных точек x эта дельта может оказаться разным. А так кажется, что концовка ну, совершенно одинаковая. Значит, давайте примерчики посмотрим. Примеры. Значит, вот возьмем функцию f от x равно x. И функцию f от x равно x квадрат. Значит, вот x, и все это будем смотреть на всей числовой прямой R. Вот f от x равно x, очевидно, является функцией равномерно
непрерывный. Почему? Ну, смотрим, f от x минус f от y. Это в точности x минус y. Вот в этом первом примере, правильно? Значит, как только я взял дельта меньше эпсилон, все, разница f от x минус f от y стала меньше эпсилон. Независимо от того, где вы берете x и y. Теперь давайте посмотрим на x квадрат. Для x квадрат какое будет? Какая будет оценка для разности f от x минус f от y? Это будет x минус y на x плюс y. И видно теперь, что если я возьму x минус y меньше дельта, это еще совершенно не означает, что разность f от x минус f от y стала меньше чего-то. Потому что есть множитель x плюс y. Если выбирать x и y далеко, да, то несмотря на то, что вы их берете рядышком, меньше, чем на дельта, из-за этого множителя разность f от x минус f от y может быть вообще сколь угодно большой. Не то, что она может быть не меньше, значит, эпсилон, а вообще сколь угодно большой. Поднимите руки, кто понял. То есть, видите, дельта, которая приходится выбирать для точек, оно разное. Если вы смотрите точки рядом с нулем, там годится одно дельта. Но как только вы начинаете уходить в бесконечность, там приходится брать окрестность все уже и уже. Вот это типичная ситуация, когда у вас функция оказалась неравномерно непрерывной. Это значит, что вот этот вот интервал, в котором значения мало отличаются, его величина зависит от точки, где вы это исследуете. А когда не зависит от точки, это равномерная непрерывность. Теперь давайте попробуем вот что осознать. А правда ведь, что если функция равномерно непрерывна, то она непрерывна? Вот посмотрите, здесь написано, что значит непрерывно, вот там написано, что значит равномерно непрерывно. Очевидно, что из второго следует первое. Если я возьму дельта, которая выдает то определение, то оно же подойдет сюда. Ну, подойдет, будет выполнено, что если x минус y меньше дельта, то f от x минус f от y меньше эпсилон. Значит, всегда из равномерной непрерывности следует просто непрерывность. А обратное, как показывают эти примеры, неверно. Значит, замечание. Замечание. Из равномерной непрерывности следует непрерывность. Но из непрерывности не следует равномерная непрерывность. Примеры вот там. Кстати, вообще вот примерчики полезно иметь в виду. Потому что иногда человек ставится в тупик простым вопросом. Вот он говорит, например, вот, пожалуйста, там последовательность сходится, если выполнен тот-тот. Ты ему говоришь, ну приведи пример несходящейся последовательности. И все, ступор. Некоторые в ступор впадают, когда ему говоришь, приведи пример сходящейся. Вот. А если человек не знает примеров базовых, то непонятно, о чем он разговаривает. Какие-то символы пишет, иероглифы, а что они значат, непонятно. Вот. Значит, вот это важное замечание, что вообще говоря, эти свойства, они различны. Но на самом деле не все так плохо. И вот важным утверждением является следующая теорема Кантора. Значит, теорема. Кантор если f непрерывно на компакте k, то f
равномерно, непрерывно на k. То есть, оказывается, почему так произошло на всей числовой прямой? Что есть непрерывные функции, но неравномерно непрерывные. Это связано с тем, что она некомпактна. Да. Вон замечание написано специально для вас. Как еще раз? Если функция непрерывна на некотором множестве, и следовательно, она равномерно непрерывна на этом множестве, то это множество компактно. Во, слушайте, это хорошая задача. Задача, верно ли? Верно ли, что если для множества Е эта теорема выполнена, то Е компакт. Вот это отличная задача. Слушайте, здоровско. Нет. Смотрите, для всех теорема должна выполняться для этого множества Е. Что Е. Вот представьте, что есть такая теорема, что если функция f непрерывна на множестве e, то она равномерно непрерывна на e. Понятно, да? Значит, спрашивается, обязательно ли тогда e это компакт? То есть вот можно такие множества придумать, которые не компакт, не компактное множество, да? Вот, функция на нем непрерывна. Но тем не менее, значит, вот, но выполнено вот это обратное утверждение. Вот это вообще хорошо, над чем надо задуматься. Вот. Это супер. Значит, давайте докажем. Но как мы с вами привыкли, если, полезная теорема какая-то про непрерывные функции, то мы их доказываем, чтобы наверняка, двумя способами. Вообще, если знаете, есть такая байка про то, что выдающийся математик Андрей Николаевич Колмогоров, он когда был чуть-чуть младше вас, он вообще собирался заняться историей и стать профессиональным историком, а не математиком. И он даже сделал некоторые открытия, некоторые исследования по истории, кажется, Новгорода. Я уже забыл точно, но... Вот. И даже сделал доклад на семинаре профессиональном по истории про вот это открытие. Но ему там сказали, что все хорошо, но у него всего одно доказательство. А в исторической науке так не принято, надо много разных иметь объяснений, почему это верно. Но после этого он решил, что лучше заниматься той наукой, где достаточно одного. Вот. Но мы с вами, так сказать, не ради того, чтобы сделать доказательство более убедительным, а ради того, чтобы вы познакомились с разными подходами к такого рода утверждениям, значит, докажем эту теорему, как и теорему Бирштрасса, и промежуточном значении, докажем двумя способами. Первый будет совсем для маленьких, для там, дошкольников, а потом вот, для тех, кто чуть-чуть постарше. Значит, доказательство. Первый способ. Он такой, совершенно, так сказать, ваш излюбленный способ доказывать что-либо от противного. Значит, что значит от противного? То есть функция непрерывна, но не является равномерно непрерывной. Что значит, она не является равномерно непрерывной? Найдется эпсилон больше нуля, что какое бы дельта больше нуля я не взял, найдутся такие x и y из множества k, что x минус y меньше дельта, и f от x минус f от y больше либо равно эпсилон. Значит, и опять, поскольку дельта какое хочешь можно взять, то имеет смысл брать дельта все меньше и меньше.
Значит, а именно можно сделать что? Взять дельта, равная 1n. Тогда для этого дельта найдутся xn, yn, принадлежащие k, такие, что xn минус yn меньше 1n, и f от xn минус f от yn больше либо равно эпсилон. Углядели? Хорошо. Но это точки последовательности xn и yn. Они где лежат? В компакте. Значит, так как k компакт, то существует подпоследовательность xnkt, которая сходится к некоторому x0 из этого компакта. В силу того, что у нас xnkt отличается от ynkt меньше, чем на одну nkтую, то из этого следует, что ynk сходится к x0. Ну, 1 делить на nk стремится к нулю, правильно? Nk стремится в бесконечность, 1 делить на него стремится к нулю. Поэтому если xnkt к чему-то сходится, то ynkt сходится к тому же самому. А тогда что получается? Из-за непрерывности f от xnkt стремится к f от x0, и f от ynkt стремится к f от x0. Но тогда их разность стремится к чему? К нулю. А с другой стороны, она больше либо равна эпсилон, большего нуля. Противоречие. Вот такой совершенно стандартный, вот можно там первокласснику рассказать способ. Значит, ничего такого сложного нет, я надеюсь. Поднимите руки, кто понял. Ну, все, наверное, поняли. Теперь другой способ. Не от противного, а такой более конструктивный. Значит, ну, смотрите как. Нам по условию дано, что функция f непрерывна в каждой точке. А хотим мы доказать? Что мы хотим доказать? Что она равномерно непрерывна. Это что означает? Значит, x минус y стало меньше дельта, f от x минус f от y стало меньше эпсилон. Но что такое f от x минус f от y? Была у нас какая-то величина, которая это измеряла? Было колебание функции, да? То есть мы хотим, как бы, чтобы колебание на любом интервале длины дельта стало меньше эпсилон. Вот что мы хотим на самом деле, правда? То есть мы хотим найти такое дельта, что какой бы интервальчик я ни взял из точки этого компакта, да, длины дельта, то на нем обязательно должно быть что? Колебание меньше эпсилон. Но мы, когда с вами проходили колебания, мы доказывали, что если функция непрерывна в точке, то колебание ее в этой точке что? Нулю равно. А что такое колебание в точке? Это предел колебаний на окрестностях, да? Значит, если функция непрерывна в точке, то у нее есть окрестность, на которой колебание что? Маленькое. Но у каждой точки эта окрестность, конечно, может быть что? Своя какая-то. У одной побольше, у другой поменьше. Но все эти окрестности вместе что делают? Покрывают весь компакт. А если у нас есть покрытие компакта, то из него можно что сделать? Конечное покрытие. И получится, что теперь надо просто взять шажок меньше, наименьше из этих окрестностей. Понятная идея? Значит, в окрестности каждой точки это выполнено, конечно, из-за того, что там функция непрерывна. Этими окрестностями покрыли весь компакт, выбрали из них конечное число, и теперь мы знаем, на каком близком расстоянии должны быть точки, чтобы значения там мало отличались. Вот. Ну вот идея эта сейчас будет воплощена чуть-чуть более формально. Значит, итак,
для всякой точки x. Значит, для всякой точки x компакта k существует такая окрестность u дельта от x, x. Я извиняюсь за количество буквок, но тут, так сказать, ну трудно без них обойтись. Потому что, ну, окрестность с центром в x и радиус этой окрестности, он для каждой точки x свой. Поэтому дельта от x зависит от x. То есть это вот что. Вот у меня x, а вот x минус дельта от x, x плюс дельта от x. То есть для каждой точки x это свое дельта. Вот единственное, что отмечается этим указанием, что дельта от x. Какая? Такая, что колебание функции f на этой окрестности меньше эпсилон. Дайте я поясню. То есть f от x1 минус f от x2 меньше эпсилон для любых x1, x2, принадлежащих u дельта от x от x. Значит, почему это так? Почему это так, такое утверждение? Потому что, значит, функция f непрерывна в точке x. Непрерывна в точке x, значит, ее вот такие колебания в окрестности точки x стягиваются куда? К нулю. И, соответственно, найдется такое дельта, когда колебание функции на этой окрестности будет меньше эпсилон. Поднимите руки, кто понял вот этот момент. Хорошо. Ну, теперь немножко такой технический финт. Значит, вот смотрите, мы будем рассматривать не прям эти окрестности, а чуть-чуть меньше возьмем. Значит, окрестности u дельта от x пополам от x, они покрывают k. Ну, когда x пробегает все k. То есть если для каждой точки x мы возьмем окрестность в два раза меньшего размера, да, то поскольку я у каждой точки x взял, вот у меня был компакт k, я у каждой его точки взял окрестность. Все вместе эти окрестности, конечно же, его покрыли, потому что они все вместе покрыли все точки. Вот. А так как это компакт, то можно выделить конечное подпокрытие. U дельта x1 пополам от x1 и так далее. U дельта xn пополам от xn. Тоже покрытие k. Покрытие k. Ну и теперь давайте возьмем в качестве дельта наименьший радиус из этих дельта от x1 пополам и дельта xn пополам. Значит, это минимум из дельта x1 пополам и так далее, дельта xn пополам. Ну и давайте проверим, что это дельта, то, которое нужно. Значит, пусть теперь у нас, пусть x минус y меньше дельта. Мы хотим проверить, что тогда f от x минус f от y будет меньше эпсилон. Но x и y лежат в компакте. Значит, например, x лежит в каком-то из этих множеств покрытия, правда? Значит, найдется такое u дельта там xk пополам от xk, которая содержит x. Ну хорошо, давайте нарисуем это на картинке. Значит, вот у меня xk, давайте даже не так. Вот у меня xk минус дельта от xk пополам. Вот xk плюс дельта от xk пополам. И где-то здесь точка x. Тогда спрашивается, а где же лежит точка y?
Но y лежит не дальше, чем на дельта от x. Правда? Вот точка y, она где-то здесь. Но поскольку дельта меньше либо равно дельта от xk пополам, то получается, что обе точки x и y лежат в u дельта от xk от xk. Вот для этого был зазор. Что просто мы могли, взяв две точки на расстоянии дельта, взять их из двух разных интервалов. Понимаете, да? А про колебания функции известно только на интервале, а не на точках из двух разных. Поэтому мы поджали окрестности, чтобы если x попал в одну, то y точно попал, ну, хотя бы в два раза больше. Понятно, да, что здесь произошло? Поднимите руки, кто понял, почему y лежит в u дельта от xk. Хорошо. А что мы знаем про эти окрестности? Мы знаем, что там колебания функции меньше эпсилон. Все. Получается, я научился предъявлять дельта такое, что как только x минус y меньше дельта, f от x минус f от y по модулю меньше эпсилон. Так, поднимите руки, кто понял. Но вот это чуть-чуть посложнее, оно такое позабоистее будет доказательство. Вот. Но оно, так сказать, лучше раскрывает вот это свойство компакта, из-за которого так произошло. Вот. Ну и, конечно, я очень рекомендую вот ту задачку порешать, которая прозвучала. Вот попробуйте, например, для начала понять, а если эта теорема верна, а может ли множество E быть неограниченным? Вот с простого. Мы же знаем, что такое компакт. Это ограниченное замкнутое множество. Вот пусть у вас есть множество, которое не ограничено сверху, скажем, да, уходит в плюс бесконечность. Такое дырчатое какое-то страшное, но точки из него встречаются сколь угодно далеко. Вот вопрос. Можно ли тогда сконструировать на нем непрерывную функцию? Да? Такую, чтобы эта функция обязательно была неравномерно непрерывна. Вот задумайтесь, это хорошее очень упражнение на понимание, что такое равномерная непрерывность. Давайте продолжим. Вот смотрите, значит, опять посмотрим на что, на определение равномерной непрерывности. Но теперь попробуем его записать в терминах колебания функции. Значит, вот у нас есть два понятия, и они вообще говоря разные. Это непрерывность и равномерная непрерывность. Пусть у нас с вами функция определена на всей числовой прямой. И пусть мы обсуждаем непрерывность и равномерную непрерывность на всей числовой прямой. Вот непрерывность в терминах колебания функции означает следующее, что для всякого а и z предел дельта, стремящимся к нулю, с плюса омега f. Так, садитесь, пожалуйста. Значит, u дельта от а. Это 0. Вот это мы знаем. Я просто здесь написал, что колебание в точке 0. Что для любой точки колебание в ней 0. Правильно? Это то же самое, что сказать, что функция непрерывна. А теперь вопрос. А как запишется равномерная непрерывность в терминах колебания функции? Вот это просто непрерывность. А как равномерная непрерывность запишется? А что значит дельта без а? Ну а как это записать? Что, она не может быть без а, у нее же есть какой-то центр. Нет, это правильно, правильно. Хочется избавиться от чего? От зависимости от а. Но только надо понять, как именно избавляются от зависимости от а. Вот посмотрите еще раз на определение равномерной непрерывности. Значит, там же было что-то очень похожее. Для всякого x что-то там.
А потом x переехал куда? Вперед. И получилась равномерная непрерывность. Но вот посмотрите внимательно и поймите, что там написано следующее. Что при дельта, стремящейся к нулю с плюсом, супремум по всем а, омега f у дельта от а, стремится к нулю. Вот посмотрите, давайте посмотрим еще раз, вот что написано в равномерной прерывности. Для всякого эпсилон больше у нуля найдется дельта больше нуля, что для любых x, y, принадлежащих, ну, таких, что x минус, значит, x минус y меньше дельта, следует, что f от x минус f от y меньше эпсилон. Вот равномерная непрерывность, да? Теперь давайте поймем, что, например, из этого следует вот такой предел. Вот что у меня получается? Омега f от u дельта от a, так, будет что? Меньше, ну, если я возьму дельта пополам, скажу, чтобы было прям с этим согласно, будет меньше эпсилон. И это не зависит от выбора a. Потому что то, что оно меньше эпсилон, связано только с чем? Что любые x и y из этой окрестности находятся на расстоянии меньше дельта. Понимаете, да? Вот что здесь написано? Здесь написано колебание функции на интервале а минус дельта пополам и а плюс дельта пополам. Здесь любые два x и y находятся на расстоянии меньше дельта. Правда? И совершенно не важно, где вы это а взяли. Согласны? Вы это а могли взять где угодно на числовой оси. Как только вот это выполнено, сразу выполнено меньше эпсилон. Понимаете? Значит, что у нас выходит? Выходит, что это меньше эпсилон сразу для всех а. А это означает, что супремум меньше, ну, меньше либо равен. Эпсилон для всех а. Понятно, да? Это значит, что вы находите дельта такое, что... Вот это выражение стало меньше эпсилон сразу для всех а. Но это можно отразить как? Что самое большое значение, которое вы можете изготовить с помощью изменения точки а, оно тоже меньше эпсилон. Понятно? Поднимите руки, кто понял вот это. Вот можно и в обратную сторону объяснить, что вот это то же самое, что равномерная сходимость. Значит, пусть у вас этот супремум стремится к нулю. Да, давайте найдем дельта, что он станет меньше эпсилона. Тогда что получится? Что колебание функции на любой окрестности радиуса дельта меньше эпсилона. Но если вы теперь возьмете две точки, x, y, на расстоянии меньше дельта друг от друга, то возьмем середину между ними. И вы смотрите колебание функции на окрестности радиуса дельта. Понятно? Значит, получается, что разные значения в точках x и y это просто колебание, ну, оценивается колебанием функции на вот такой окрестности радиуса дельта. С центром, вот центр между ними. И на всякой такой окрестности будет меньше эпсилон. То есть, вот написать, что ваша функция равномерно непрерывна на всей числовой прямой, или написать, что вот этот предел 0, это одно и то же. А теперь давайте посмотрим, чем эти две записи отличаются. Вот здесь написано, что для всякого этот предел 0. А здесь написано, что, ну что вроде бы тоже он 0 для всякого, но на самом деле больше. Он как бы одновременно приближается к нулю во всех точках А. Вот отличие этой фразы от этой такое же, как отличие того, как работает большой магазин, универсам какой-нибудь, в момент распродажи или в обычный рабочий день. Вот в обычный рабочий день туда люди заходят, что-то покупают и уходят по одному. Каждый туда идет, но каждый со своей скоростью. Если вы посмотрите, как что происходит там в каких-нибудь развитых странах при распродажах, там что происходит? Там сразу толпа такая, и все смяли. Вот это равномерная сходимость. Это свойство равномерности.
А когда по одному что-то там приближается к искомой точке, это поточечная сходимость. Итак, вот в определении непрерывности равномерно есть слово «равномерно». Вот где это равномерно присутствует? Вот оно присутствует в отличие этого предела от этого. Чтобы лучше почувствовать их отличие, давайте пообсуждаем с вами вообще, ведь мы, значит, сходимость последовательности функций. Вот мы до этого обсуждали предел функции одной, да? Или предел последовательности. Но это были числовые последовательности. Но на практике гораздо чаще появляются не числовые последовательности, а функциональные. И вот следующий наш разговор – это про то, как сходятся последовательности функций. Это начало разговора, он будет повторяться каждый семестр на том или ином уровне. Значит, итак, определение. Пусть задана последовательность функций fn, отображающих множество dvr. Определение. Fn сходится к f поточечно на d, если для всякого x предел при n, стремящемся в бесконечность, fn от x равно f от x. Если в каждой точке значения приближаются к значению f от x. И сразу же давайте еще одно определение дадим. Последовательность fn сходится к f равномерно на d, если предел при n, стремящийся в бесконечность, супремум по d fn от x минус f от x равен нулю. А? Ну, супремум. Да, ну никто не говорил, что они какие-то там хорошие, он достигается. Значит, супремум равен, значит, стремится к нулю такой. Значит, опять же, прежде чем мы начнем приводить разные примеры там и изучать свойства, давайте распишем подробно каждое из этих определений. Значит, есть поточечная сходимость, есть равномерная. Чтобы вы почувствовали, что мы говорим на самом деле про то же самое, про что говорили в контексте непрерывных функций. Значит, поточечная сходимость. Для всякого x, а дальше я должен сказать, что fn от x стремится к f от x. Ну что это такое? Для всякого эпсилон большего нуля найдется n, такое, что для любого n большего n большого, f от n от x минус f от x меньше эпсилон. То есть для каждого x выполняется обычное определение предела последовательности. Если я зафиксировал x, то fn от x — это просто набор чисел, последовательность чисел. Исходятся они так же, как обычная последовательность чисел. А теперь смотрим равномерная сходимость, что утверждает. Равномерная сходимость говорит, что некая последовательность, заметьте, супремум — это числа. Она говорит, что некая числовая последовательность сходится к нулю. Давайте напишем, что это будет. Это будет для всякого эпсилон большего нуля найдется n, такое, что для любого n большего n большого, что я должен написать? Что вот этот супремум меньше чего? Эпсилон. Так? Но это то же самое, как если бы я написал, что для всякого x fn от x минус f от x меньше эпсилон. Но сказать, что супремум меньше эпсилон, все равно, что сказать, что просто для каждого x меньше эпсилон. Ну, чтобы это было прям в точности одно и то же, надо не строгие неравенства говорить. Но мы знаем, что в определениях предела неважно, строгие или не строгие. Смотрите, в чем
отличается эта строчка от вот этой? Ровно тем же самым, чем отличалась непрерывность от равномерной непрерывности. Я бы даже сказал, что непрерывность и равномерная непрерывность гораздо более сложные свойства, чем то, что мы здесь обсуждаем. Опять же, это n здесь зависит и от x, и от эпсилон. А вот здесь n зависит только от эпсилон и годится сразу для всех x. Ну и вот теперь давайте мы с вами примерчики посмотрим. Ну вот важнейший пример будет такой. Значит, рисуем график функции fn. Эта функция устроена так. Значит, ну, давайте на отрезке от 0 до 1 все будет происходить. То есть пусть множество d – это просто отрезок от 0 до 1. И давайте построим такую функцию. Значит, вот здесь будет одна n, а здесь будет треугольничек такой на 1, и потом 0. Ну, в нуле тоже 0. Понятно, да, как выглядит fn? Ну, сначала просто треугольничек такой вот. Потом от 1, 2. Ну, дайте я пунктиром нарисую. Первая функция вот такая. Следующая функция вот такая. Понятно, да? Вот это f1, f2, ну и так далее, это fn. То есть этот треугольничек у него поджимается, он так к оси y. Вот последовательность функций. Давайте посмотрим, а куда эти функции и как сходятся. Вот к чему стремится fn от x? Да ладно. Как это понять, к чему стремится fn от x? Берем точку x и смотрим, какие здесь значения. Ну, например, вот в этой точке x сначала будет какое-то значение, не пойми какое, а потом будет сразу что? Все время 0. И так будет для каждого x. Как только x больше 0, 1 n его проехала, все. С этого момента все эти функции там чему равны? Нулю. А в нуле они и так все нулю равны. Поэтому это стремится к чему? К нулю. Если я выпишу последовательность fn от x, это будет так. Что-то, 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 потом 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ну как, берем сначала треугольничек такой. Ну, то есть, значит, у него основание от 0 до 1, он равнобедренный, а вершина у него в 1. Ну как, ну вот тот вот, треугольник, ну, вот, смотри, вот. Ну, это график функции нарисован. Еще раз, у вас мультфильм такой, вот можете себе в альбоме нарисовать, будет тут у нас на первой страничке вот такая функция. На следующей страничке вот такая функция. На следующей страничке вот такая функция. Рисовали какой-нибудь мультфильм в альбоме, не? Все знают, там на краешке рисуешь, так чшк, и человечек бегает. Ну а здесь будет треугольничек так чшк, сжиматься. Вот если кто не научится по-другому исследовать равномерную сходимость, то будет исследовать так. Нарисовал слайды такие, значит, прокрутил на большую скорость, посмотрел, что происходит. Вот. Значит, понятно, да, что теперь происходит с этой последовательностью? И видно, что точка, вот я взял точку где-то. Вот это одна и та же точка x. И сначала не ноль в ней, потом не ноль. Но с какого-то момента, как только этот краешек заедет за эту точку x, все, там дальше для всех n ноль. Значит, при каждом x это последовательность fn от x устроена так, что-то, 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 потом 0. Ну, как этот, как жираф прыгал там с колобком с верхнего этажа, вот он застрял на уровне, так и это. Он сначала вроде менялся, а потом все стабилизировалось. Вот. Значит, так что поточечно в каждой точке x это последовательность fn от x стремится к нулю. А вот теперь давайте подумаем, а равномерна ли эта сходимость? Будет ли эта сходимость равномерной?
будет ли эта функция равномерно стремиться к нулю. Но что для этого надо посмотреть? Как ведет себя модуль fn от x? Правда? Ну, я должен был формально написать минус 0 по множеству d, то есть по отрезку 0,1 в данном случае. Чему равен этот супремум? Ну, чему равен супремум у этих функций у всех значений? Самое большое значение у каждой из них. Все, это единица. Стремится к нулю? Ну, никак. Понятно, да? И вот давайте посмотрим на это и поймем, а где же здесь испортилась равномерная сходимость. Из-за чего так происходит? Вот равномерная сходимость, значит, вы можете выбрать такой номер n, что сразу всем точкам стало хорошо. Всем похорошело. Понятно, да? Ну вот, например, выбрал поставить всем пятерку, и сразу всему потоку хорошо. Вот. А когда ты начинаешь на пересдачи посылать, на одну, на вторую, на третью, то один закончил после первой пересдачи, тот после третьей, тот после пятой. Что получается? То есть у нас, мы смотрим, как они сходятся к нулю. Если бы они равномерно сходились, можно было бы указать номер, когда, после которого во всех точках значения стали маленькими. А здесь такой номер указать невозможно. Какой бы вы номер большой ни стали, все равно будет треугольничек вот этот выскакивать наверх. Понятно, да? Невозможно указать номер, когда во всех точках сразу станет меньше некоторого эпсилона. Понятно? Вот равномерная сходимость, когда во всех точках стало меньше эпсилон, а поточная, когда в каждой в отдельности с какого-то номера становится меньше эпсилон. И это же мы чувствуем, когда смотрим на эту последовательность fn от x. Да? Они стабилизируются на ноль каждый раз все более в более далеком номере, понимаете? И указать общий номер, когда они все стали нулями, невозможно. Так, поднимите руки, кто понял. Вот. Ну, давайте какой-нибудь пример функции, когда есть равномерная сходимость. Значит, это первый пример. Второй пример. Ну, давайте такой. Cfn от x синус x делить на n. В качестве d давайте возьмем всю числовую ось. Куда это сходится в каждой точке x? Ну, к нулю. X зафиксировал, делишь на n, n в бесконечность, получается что? 0. И еще fn от x, заметьте, меньше либо равно 1 n. Поэтому ну, и супремум тоже меньше либо равен 1 n. Значит, супремум тоже стремится к нулю. Ну и видно отличие этого примера от того. Здесь x-ом ничего не испортишь. Да? Никак, как бы x не менял, если n уже достаточно большой, все, эта функция сразу во всех x-ах маленькая. Понятно, да? Так, хорошо. Значит, вот есть два вида сходимости. Но эти же сходимости возникают не просто потому, что ну, вот математикам надо чем-то заниматься. Вот они придумали себе одну сходимость, потом другую. Сначала разобрались с последовательностью чисел, потом решили, а что бы нам не посмотреть на последовательности функций. Но на самом деле это неспроста. Когда на практике вы изучаете какие-то зависимости, да, какие-то там законы, как там, я не знаю, распределяет какая-нибудь температура, там содержание чего-то, концентрация и так далее, вы никогда явную зависимость не видите. Вы ее знаете в каких-то, при каких-то значениях, да? Например, как там зависит, я не знаю, сопротивляемость чего-то от разных там значениях, при разных значениях температуры. Вот взяли, задали температуру при каких-то там, даже в очень большом количестве точек, и померили, какое сопротивление будет при этих значениях. А потом хочется написать, как это будет для любого t. Что вы тогда делаете? Вы ну, берете и как-то интерполируете между этими точками, например, линейно. Получается, что вы делаете? Вы неизвестную вам зависимость приближаете к каким-то вот какой-то функции, которую вы можете написать. То есть вы приближаете неизвестную вам функцию последовательностью функций, с которыми хотите работать
и верить, что то, что для них выполняется, выполняется и для поидельного значения. То есть на практике типичная ситуация выглядит так. Вы приближаете неизвестную функцию последовательностью функций. И тут появляется вопрос, а какие свойства при этом приближении сохраняются, а какие свойства при таких приближениях исчезают? Ну и для нас с вами такое одно содержательное свойство, которое я хотел обсудить в связи с этим, это непрерывность. И вот встает вопрос, а вот если я знал, что fn от x непрерывные функции, вот это свойство непрерывности, оно исчезнет, когда я перейду к пределу и возьму предельную функцию, или сохранится? Но и ответ такой, при поточной сходимости оно исчезнет, но не совсем. А при равномерной сходимости оно обязательно сохранится. Значит, вот эти две сходимости, они не только отличаются, ну вот так сказать, что одна поточная, другая равномерная, но они отличаются и потому, как они сохраняют свойства функций. Значит, давайте попробуем понять, почему при поточной сходимости непрерывность исчезает, вообще говоря. Вот этот пример. Ну, этот пример, он не показательный. Были хорошие функции, в пределе получилось то же, что? Хорошая функция какая? Просто ноль. Правильно? Значит, вот давайте мы немножко попортим этот пример так, чтобы получалась функция уже не непрерывная. Можем мы устроить такой пример? Значит, вот на отрезке 0,1 можете придумать пример непрерывных функций, предел которых поточный был бы уже функцией разрывной? Что сделать? Синус с все меньшим и меньшим периодом. Так, и что? Ну, то есть, не знаю. Но, то есть, вот взять что-то такое, что ли, синус nx. Вот у него период будет все меньше, меньше и меньше. Но, кстати, к чему сходится эта последовательность? При n стремящейся бесконечности. А x какой ходить? Ну, ходите от 0 до 1. У нее нет поточного предела, между прочим. Более того, эта последовательность замечательная штука. Из нее нельзя выбрать даже подпоследовательность, чтобы у нее был поточный предел. Вот как бы вы ни пытались, да, ну вам кажется, что ну почему нет поточного предела? Ну потому что там какие-то мешаются функции, давайте их выкинем. Так вот, никак нельзя просеять эту последовательность, разве что просто выбросить всю целиком. Так, чтобы осталась сходящаяся в каждой точке последовательность функции. Но это, кстати, непростой факт весьма. Да, например, да, давайте возьмем в одной второй и к ней будем стягивать вот эти треугольнички. Вот здесь будет 1 вторая минус 1 n, здесь будет 1 вторая плюс 1 n. Здесь единица. К чему такая последовательность функции пойдет? Ну, у вас эти треугольники вот так делают. Значит, какой будет предел? Если эта точка не 1 вторая, то там рано или поздно будет что? Ноль. А если взять точку 1 вторая, то там предел будет единица. Значит, у вас получится, что fn поточно сходятся к функции вот такого вида. От 0 до 1 это 0, и только в одной точке 1 вторая это единичка. То есть вот такая функция. То есть, видите, была отличная последовательность непрерывных функций, сошлась поточно к разрывной. То есть при поточном пределе свойство непрерывности теряется. Ну и, кстати, несложно понять, что эта сходимость была неравномерной. Вот к этой функции приближались неравномерно. Значит, смотрите, какая штука. Но спрашивается, а совсем исчезнет непрерывность или не совсем? Вот, например, можно ли так сделать, чтобы последовательность непрерывных функций сошлась к функции Дирихле. Вот можно ли функцию Дирихле получить как предел поточный хороших непрерывных функций? Ну и вот оказывается, что ответ нет. Оказывается, что при поточном пределе
всегда непрерывность сохраняется, причем множество точек непрерывности очень большое. А именно в каждом интервале будет точка непрерывности. И вот об этом следующее утверждение. Теорема. Пусть fn непрерывны на r, и для всякого x из r fn от x сходится к f от x. То есть сходимость поточечная. Тогда существует такая точка x0, что f непрерывно в точке x0. Значит, я сформулировал меньше, чем пообещал. Я обещал, что в каждом интервале найдется такая точка. Но сейчас вы увидите доказательства, я надеюсь, и поймете, что его можно было проделать не обязательно для всей числовой прямой, а можно было проделать для любого интервала. Поэтому, в общем, никаких проблем с тем, чтобы повторить все то же самое не для r, а для интервала, нет. А значит, в итоге получится, что в каждом интервале будет точка непрерывности. Значит, эта теорема уже весьма не банальна. Это сейчас будет такое достаточно непростое взаимодействие теоремы Берра и свойства непрерывности. Значит, то есть это будет такой настоящий анализ. Вот не просто переписывание определений из строчки в строчку. Там все сразу посмотрели на часы. Доживем ли до рассвета, что называется. Вот. Значит, давайте сначала идею обсудим. Идею. Значит, этого утверждения. Значит, ну, естественно, мы доказывать будем его от противного. Потому что идея состоит в следующем. Если функция не является непрерывной в точке x0, ну, в какой-то точке, да, значит, она всюду разрывна. Это значит, что у нее есть обязательно точки, в которых положительное колебание. То есть рядом с которыми функция скачет. Помните, мы это обсуждали? Ведет себя почти как функция Дирихле. Вот с одной стороны она в окрестках каждой точки скачет. Ну и не просто в окрестках каждой точки, а на целых отрезках такое происходит, как вы знаете, да? На целых интервалах. Но теперь окажется, что из-за того, что к ней функции fn подходят поточечно, этот предел, конечно, неравномерный, но все-таки найдется в каждом интервальчике интервал, где fn ее будут хорошо приближать. А именно лучше приближать, чем вот это колебание функции. И получится, с одной стороны, на этом интервале функция скачет вот так, а с другой стороны, мало отличается от функции, у которой колебание вообще ноль, от непрерывной функции. Но так не может быть. Понятно, да? Тогда бы оказалось, что эта непрерывная должна была бы иметь положительное колебание. Вот идея доказательства. Значит, ну и поскольку вы уже нервничаете по поводу того, что перерыв или доказательство, доказательство или перерыв. Ну мы, чтобы не портить вам, так сказать, обед, отложим перерыв, отложим доказательство на следующий раз.